Всем огромный привет! Предлагаю вам сегодня вместе со мной приготовить такой очень вкусный, простой летний салатик. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Получается он очень вкусным. Для приготовления этого салата нам понадобится красный перец 2 штуки, свежие огурцы 3 штуки, помидоры 3 штуки, консервированная кукуруза, майонез, укроп. У меня замороженный, можно брать свежий. И курица. У меня копченая, можно просто отварить грудку. Итак, начинаем готовить салат. Нарезаем перец. Нарезаем его вот такой вот соломкой. Перец отправляем в салатник. Далее нарезаем огурцы. Нарезанные огурцы отправляем в салатник. Теперь занимаемся помидорами. Мякоть нам надо удалить со серединки, предварительно вырезав лишнее. Вот это вот. И с помощью ложки удаляем мякоть. И оставляем вот такое вот. Нарезаем помидорку. Тоже вот такой вот соломкой. Нарезанные помидоры отправляем в салатник остальным продуктом. Нарезаем куриное мясо. Нарезанное куриное мясо отправляем в салатник к остальным ингредиентам. Сюда же добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив лишнюю жидкость. Сюда же добавляем укроп. Салат хорошенько перемешиваем. После чего заправляем майонезом. Майонез по вкусу и снова перемешиваем. Салатик готов. Получается он очень вкусным. Приготовьте именно так. Уверена, вам понравится. Всем приятного аппетита!